Наследника определяет Бог. Когда наследник становился султаном, он чаще всего убивал всех своих потенциальных конкурентов. И теперь, после смерти султана, его наследники вступали в безумную гонку со смертью в борьбе за власть. Отныне будет действовать принцип «правь или умри». И он очень опасался, что его сыновья провернут подобный же трюк. Но вот когда Селим II умер, началось поистине страшное. Зрелище этой ужасной процессии опечалило даже видавших виды и ко всему привыкших стамбульцев. То есть у нас есть реальная человеческая жизнь с одной стороны. Неужели кто-то из вас хочет жить в обществе, где люди — это всего лишь цифры, и ими можно пожертвовать ради какой-то цифры побольше? Это люди, и они жить хотят.